Вот хочу вам показать дерево, такое раскидистое, большое. Подгрызли бобры. Вот уже видно издалека. Сейчас подойду ближе. Мощно. Свежие подгрызы. Самих бобров не видно. Где-то спрятались. Вот такое дерево. Пытаются свалить. И, наверное, свалят. Сегодня у нас очередная прогулка. Гуляем. Обычно проходим вечером 4 километра, потому что постоянно везде на машине, надо как-то немножко разминаться. Вот такой у нас закат. Наталья Андреевна уже куда-то убежала вперед, точнее ушла. Пойду догонять.